Ну давай. Готов? Все знают, как накачать грудные на брусьях. Нужно просто делать брусья, но нужно их делать как? Очень акцентированно. Я расскажу как. Как делать брусья, чтобы раскачать грудные? У меня грудных нет, поэтому я не знаю, но я читал книги, и я вам расскажу. Главные аспекты отжимания на брусьях для грудных, ну и в том числе для трицепса тоже. Одна из техник, когда вы отжимаетесь ровно. То есть вы чуть-чуть наклонены вперед, уже со сведенными грудными. Вы не должны стоять вот так раскрыто, чтобы ваши плечи были назад, грудные здесь разведены. Вы должны сомкнутыми грудными находиться. Когда вы опускаетесь, ваши грудные должны растянуться максимально. И после того, как вы поднимаетесь наверх, ваши грудные опять сводятся. Это самый главный аспект отжимания на брусьях. Если вы этого не делаете, у вас никогда не забьются грудные. Хоть по 100 раз, хоть по 200 делайте, хоть по 10. При таких отжиманиях акцентированных, у вас после раз 10-20 вы уже почувствуете свою грудь. Мне хватает раз 10 сделать, чтобы она уже начиналась забиваться. Не обязательно делать это медленно, вы можете это делать быстро, но главное следите за техникой. Более из-за чего у людей не включается этот момент, они делают быстро. Когда они делают быстро, они остаются вот такими. Это, то есть, появляется лодочка, о которой я говорил ранее, и многое другое. Вы должны быть ровным, вот, грудные сомкнуты, но они должны уходить назад, потому что ваши грудные, они раскрыты. Они должны быть сомкнуты. Так, это первое, сейчас чуть отдохну. Если вы не можете прочувствовать, как у вас сводятся грудные на верхней точке, очень помогает наверху делать прям, то есть черепашку, выжимать себя до конца, то есть горбить спину. Я иногда это делаю и на отжиманиях от пола, и на отжиманиях на брусьях. Выглядит это вот так. Вот. Обычно стоите, если не можете прочувствовать, можете в конце прям дожимать вот так. То есть вы опустились, дожали. Опустились, дожали. Опустились, дожали. Есть второй еще способ отжимания на брусьях, когда вы уходите корпусом вперед. Но это не значит, что вы делаете лодочку или там уходите, вот, то есть ныряя вот так. Это значит, что вы даете некий градус относительно своих рук и отжимаетесь. То есть получается, я покажу сначала здесь, то есть получается, вы отжимаетесь не вот так, а отжимаетесь немножко вот так. То есть брусья перед вами чуть-чуть. И чем сильнее вы дадите градус в параллель, тем больше будет именно от работы нажим вот такой. Выглядит это так, должным образом. Вы встаете, не уходите вперед вот так вот, то есть пытаетесь свои кисти отодвинуть от своего таза. Вы своим корпусом уходите вперед и начинаете отжиматься. Отжимание больше задействует плечи, конечно. Но и грудные убивают тоже сильнее, потому что идет уже работа вот такая. Но плечи все-таки будут убиваться быстрее, чем грудные. Поэтому советую вам их комбинировать. Например, там, ну, по вашему желанию, не могу вам сейчас прописать систему. Там, например, один день вы отжимаетесь ровным, а второй день, например, вы отжимаетесь с уклоном вперед. Или один подход вы отжимаетесь ровно, а второй с уклоном вперед. Или там одну неделю вы отжимаетесь ровным, а одну тренировку типа с уклоном вперед. Это уже на ваш вкус, на ваш цвет, как хотите. В общем, самое главное вообще вот прям вот пик всего-всего и всего этого видео, как бы весь смысл в том, что главное это качество, а не количество. Лучше делать 30 качественных, чем 70 кривых. 70 кривых даст вам микротравмы и многое-многое другое, какие-то проблемы. 30 качественных вам даст только лишь силу и мышцы. После 30 вы наберете 35, потом 40, 50, 100 и там до бесконечности. Все зависит, как вы будете тренироваться и сколько вы будете тренироваться. Зато вы будете все это делать качественно, красиво, и никаких у вас проблем не будет. Если вам интересно по поводу количества, пишите в комментарии, заснимем видео подробное про то, как увеличить количество. На самом деле там рассказывать нечего, но почему-то у всех вопросы. Все, вырубай это.
скачки по пилану. Ага.